Всем привет! Меня зовут Таня, я из магазина margaritki.com, и сегодня я вам расскажу про бюстгальтер от фирмы Mama Lux, артикул 101 цветной. Этот бюстгальтер, вот такой вот он бывает, розовый в точечку. Здесь чашка сделана из двух частей. Вторая часть, нижняя часть, она из двойного трикотажа, поэтому она достаточно хорошо держит. Здесь вот один трикотажик. Танкетка для поддержки, бюстгальтер без косточек, клипса, которую открывает грудь, можно открыть одной рукой. Здесь также есть еще одна поддержка из такого же трикотажа, то есть как бы тройная поддержка. Шлейка никуда не улетит, держится поддержкой. Здесь сзади три ряда крючков, и можно, если у вас объем будет уменьшаться, вы перестегнете. Такой бюстгальтер должен быть обязательно у каждой мамы в начале кормления, потому что он без косточек, и пока грудь еще активно подтекает, вы сможете в нем находиться в положении лежа, а также сможете в нем даже спать. К такому бюстгальтеру идут вот такие вот трусики. Они подходят и на беременность, потому что у них вот эта вот передняя часть, она вообще без резинки, она вот так вот под животиком будет просто как бандажик. Вот в цвет очень такой симпатичный, красивые такие трусики. И также такой бюстгальтер бывает кофейного цвета в точечку, и также он бывает 101 черный и 101 белый. Это хороший бюстгальтер на каждый день, особенно если у вас уже есть черный и белый, такие красивые расцветки, я думаю, вам понравится.